Ребята, всем привет и доброго времени! Это та самая передняя подушка двигателя на B3 Passat, которую я снимал в видео, ремонтировал ее, то есть делал, видите, здесь прорези, я вырезал, подгинал, разбирал, там подкладывал. Вот. Она у меня лежит, лежит без дела, все никак не поставится. И решил я ее выложить. Возможно, может быть, кому-нибудь она и пригодится. Может, как временная мера, может быть, как постоянная мера. Так что, если что, смотрите видео в описании ее ремонта. Ну и там уже думайте, нужна она вам, не нужна. Вот. А у меня она лежит в запас. Ну, заодно, может быть, кому-то и вам понадобится. Смотрите описание, если что, спрашивайте, интересуйтесь. Я вам подскажу, расскажу и покажу. На этом всем добра, всем пока и удачи вам.